Ja просто поменял это название в каком-то смысле, потому что самое главное тут, чтобы показать, что тут не только проблема, как это сказать, искусства в постгуманном мире. Почему постгуманный мир? Постгуманный мир — это связано со всей этой рефлексией и с тем, что уже сегодня происходит, да, что есть действительно artificial intelligence, искусственная интеллигенция, которая действительно употребляемая уже, как это сказать, в искусстве. И тут у нас есть такие примеры. Есть что, да. Самым известным, вы, наверное, слышали об этом, есть такой робот, который называется, ну или программа, скажем, Aaron, которая действительно, эта программа уже действует 30 лет, она была запрограммирована, этот робот, можно так сказать, был конструирован через художника, и он действительно его таким образом, я не хочу просто уже употреблять сейчас даже интернета, чтобы показывать, вы все можете найти это, да, это в интернете, эти примеры. И действительно, эти работы, они даже продавались просто, они даже были выставки художественные, и, как это сказать, через многих критиков в каком-то смысле были признанными произведениями искусства, но в смысле работами, да, работами искусства. Следующее — это, конечно, David Emily Howell, это просто такая программа, которая сама пишет, просто компонирует музыку. Интересным является эта программа, которая просто участвует в джазовой импровизации с человеком, просто вместе играет. Для меня, например, очень интересным является этот робот, актер, который был создан через японского, или он был доктора аспирантом, или уже, как сказать, кандидатом наук. Потому что тут действительно интересный момент, каким образом просто этот робот, который будет принимать участие в пьесах, каким он образом сможет заступить человека, и вряд ли можно будет реализовать такие спектакли, как раньше. Ну, то я уже об этом сказал, что Aaron — это специфическая программа, он просто работает, да, как просто, можно сказать, художник. Но если бы его пытаться сравнить с тем, как работает этот духовный мир, или, можно сказать, личность художника, то просто тут есть такая проблема, что он в каком-то смысле просто играет за своей внутренней программой, за всем, что просто в ним вложено, и нет этого момента отражения или, так сказать, выражения, то, что характерно для человека, да, выражения просто моего личного отношения к миру, моих взглядов и так далее, и так далее. Но если его оставить самого себя, этого Арона, то можно сказать, что результатом всегда является работы в стиле абстракционизма. И действительно то хорошо смотрится. Хорошо смотрится. Даже некоторые наши как-то реальные, настоящие абстракционисты могли бы позавидовать ему. Ну, тут я уже сказал. David — это действительно просто такой, ну, обычная программа, которая ничего оригинального не создает, просто работает, как можно сказать, ну, простая копирующая система. Эмили Холл, да, это интересно, потому что, конечно, нормальный человек не в состоянии узнать, через кого эти композиции были написаны. Да, это что касается этой программы. Но есть еще такой робот, но это, конечно, да, это не настоящий художник, потому что это просто есть такой, как через проектанта из Голландии конструирован такой робот, который просто пишет на песке, да, с помощью песка просто пишет на стенах разные поэтические, но это, конечно, я бы не сказал, что тут есть много чего-то оригинального. И проблема для меня, потому что я тут, конечно, не в состоянии решить этой проблемы, только я стараюсь сейчас какой-то вопрос поставить по поводу этого
возможно ли или это искусство, и возможно ли это творчество, да, в будущем. В будущем. И, конечно, да, если мы будем придерживаться этого мнения, что есть в нас что-то такое, чего не будем в состоянии, как сказать, дефинировать, да, какая-то трансценденция, то да, то работы никогда не в состоянии искусства настоящего как реализовать. Да? Потому что когда мы пытаемся даже показать, что такое творчество, да, то всегда это связано с какой-то личностью, да, с каким-то духовным миром личности, с каким-то сознанием. И тут, конечно, есть проблема. Будут эти существа в будущем, да, будут иметь что такое, что мы можем назвать просто какое-то самосознание, да, или просто какую-то идентичность. Потому что обычно, когда мы говорим о творчестве человека, ну, мы тут говорим о воображении, о каком-то художественном, есть разные понятия, да, художественное мышление или просто творческое мышление, да, что в этом есть какая-то оригинальность, какая-то пластичность. Ну и, конечно, самое главное, когда даже с точки зрения психологии говорится, то это понятие дивергенционного мышления, да, я не знаю. Сможем такие программы организовать, которые будут иметь этот момент, да? Я не знаю. Пока не знаю. Ну и, конечно, что касается человека, то всегда для меня самым важным вопросом есть этот момент связан с тем, что мы всегда желаем как-то перешагивать какие-то грани, да? Перешагивать какие-то барьеры просто. Разрушать можно то, что уже дано. Тут вопрос можно поставить. Возможно ли это по отношению к роботу? Да? Возможно, когда эта искусственная интеллигенция, да, будет работать в этом направлении. Ну и, конечно, есть еще этот момент, как-то сказать, я его называю каким-то творческим нарциссизмом, да? Потому что просто да. Чтобы действительно быть настоящим художником, творцом, просто надо иметь это очень высокое эго, да? Такое эго, которое иногда сравнивает тебя с Богом, да? Как это будет по отношению к роботу, да? Да, можно все заложить, да, этот, как-то сказать, в этот базовый момент, да, но каким образом, мы этого не знаем. Ну и, конечно, мотивация, да. Мотивация для художника, мне кажется, это тоже важная вещь. И тут дальше по поводу этого, что это, по-моему, например, что это так называемое художественное мышление или, например, творческое мышление. Я, например, считаю, что важным моментом этого творческого мышления является мифическое мышление, да? Которого мы не в состоянии до сегодня определить, да? Которого мы, конечно, по отношению к роли художника, да? По отношению к роли творца. И таким образом, если действительно это мистическое мышление выступает, да, в этом творческом моменте, то как с ним в этой искусственной интеллигенции, да? Как с ним в этой программе? Этого тоже не знаю. Потому что, да, есть этот второй момент, связанный с этим по-настоящему рациональным мышлением, да, который у художника всегда выступает. Да, но мне кажется, что это мышление всегда выступает тогда, когда он уже реализует какую-то идею. Да, появляется какой-то замысел, какая-то идея произведения и так далее. Мы не знаем, на каком пути эта идея появляется, да, какое-то воображение. Оно уже является в каком-то смысле интегральное, да, это воображение этого конца, этого, к чему я стремлюсь, да. И этот момент связан с этим мифическим, да, аспектом. И потом на втором, как сказать, этапе появляется все, что связано с логикой, да, с мышлением рациональным, со всеми этими практиками, которые действительно мы можем переложить, да, на эти все программы. Но это все-таки вторая половина, да, это последние 50%. Да.
И, конечно, в этом моменте мы эти 50% в состоянии переработать и заложить в эту программу, да? Но что, что за этим первым 50, да? Первую частью? Об этом тоже не знаю. Ну и для меня самый главный момент, если что касается творчества, то этот момент связанный с тем, что всегда мы даже знаем такие ситуации, когда хорошая вещь, хороший результат оказался, просто получается по ходу каких-то ошибок, да, какой-то игноранции. Да. Во многом просто, даже известные изобретения, даже в научной сфере, они всегда, даже не всегда, бывали такие моменты, что они появились потому, что кто-то сделал какую-то ошибку. Да. Но эта ошибка, я не скажу, что она была заложена. Она не была заложена, но человек был в состоянии эту ошибку, как-то сказать, не использовать. Да? Как это будет заработать? Да? Как это будет с этими машинами, которые будут производить, да? Эти продукты искусства? Этого тоже не знаю. Но тут я говорю о этом метическом мышлении, конечно, да. Сколько там у нас осталось времени? Тут я показываю просто, как понимаю эти два аспекта связаны. Извините, потому что эта презентация, она является, можно сказать, проектом, который потом я уже без этих всех ошибок, но поскольку она на этом компьютере мне не открывать, просто это финально, я просто таким образом вынужден работать просто за этим. Но тут все есть, конечно. И, например, когда мы говорим о этом мифическом аспекте в творчестве художника, то очень часто появляется эта фигура Бриколера, да? Своеобразная фигура мышления, которая действительно помогает художнику, да? Но в этой фигуре нет всего того, что характерно для этой машинной программы, для искусственной интеллигенции. И я не знаю, я думаю, что это вряд ли возможно переложить эту фигуру, да? Потому что просто мы ее в каком-то смысле пытаемся понять, но мы ее не поняли. Каким образом приколы работают. И почему это связано с постгуманизмом? Да? Потому что, знаете, сегодня говорится трансгуманизм, постгуманизм и так далее. Да? Трансгуманизм это то, когда человек всегда является в центре. Да? Даже если мы меняем этого человека, используя технологию, компьютерные науки и так далее, то все равно он является, можно сказать, этим пунктом выхода и пунктом, до которого мы доходим. Да? Но постгуманизм уже говорит о чем-то другом. Когда мы перешли эту грань, да, и когда мы уже существуем в такой сфере, когда встречаем разные существа, да, разные бытия, которым даем право на, как сказать, на существование, но не в состоянии определить, да, кем они есть. Но они, наверное, не есть этим человеком, которым мы таким, каким понимаем сегодня. Да? И об этом говорил, например, Вельш, об этом, конечно, говорил Арасси Брайдотти, об этом тоже говорит Франческо Ферранда, что тогда действительно может появиться этот момент, что нам надо или будем вынуждены, чтобы признать эти результаты, да, ну, так, скажем так, называемых роботов, признать как результаты искусства. Да. Но этого пока не знаем. Ну тут, конечно, следующие уже примеры этого искусства, в которых заложена там, можно сказать, искусственная интеллигенция. Но это искусство уже более, как то сказать, узнано, но оно не является искусством роботов, да, потому что это так называемое генеративное искусство, да. И в этом искусстве, конечно, есть много действительно интересного, но там всегда это искусство работает и функционирует под контролем человека. Да? И на это, конечно, мы согласны, и это нам, наверное, не помешает, потому что всегда тут, как-то сказать, главным моментом будет всегда человек.
Ja думаю, что так, что если надо нам было бы просто, как-то сказать, решать эту проблему, то, наверное, будет много, или, как-то сказать, эта сфера связана с применением искусственной интеллигенции, она, конечно, будет расширяться, но я бы это назвал так называемым малым искусством. Например, искусство, которое мы можем применить в рекламе, да, в разнообразных спотах, да, в разнообразных формах этого прикладного искусства. И тогда, да, можно сказать, применяя эту технологию, мы можем действительно добиться очень хороших результатов. Да. Но это не будет иметь никакого значения для понимания этого как настоящего, ну, великого искусства. И тогда, да, я думаю, что этот процесс даже происходит. Сейчас, например, в области, как вы знаете, анимации, да, этого проектирования анимационных фильмов и так далее, они когда-то, когда это, эти программы и вообще все это вошло, то художники очень боялись, да, что эти новые программы в результате, да, поставят где-то, знаете, на безработицу. Да. Оказалось, что это неправда, это просто усовершенствовало их работу. Да. Так что этот процесс сейчас происходит. Да. Jak gdyby zakończywa, ja można сказать tak, что ссылаясь na słowa tego известного сейчас, как вы słyszeli, все знаем этого человека, Ювала Харари, да, который написал только эту книгу о человеке. Да, и этого, да, этого надо бояться. Потому что он говорит так, что самое главное в искусстве — это эмоции, да. Ну и сегодня действительно появляется тот момент, что искусственная интеллигенция в состоянии эти эмоции, как-то сказать, отражать, да, манипулировать этими эмоциями и даже в каком-то смысле их выражать. И по его мнению, да, это может быть действительно какая-то угроза для человека. Что если действительно просто они дойдут до этого уровня, что совершенно хорошо будут эти эмоции как-то выражать, то да, мы можем эти результаты просто брать за настоящее искусство. Но я этого не боюсь, согласно со словами, тут я еще перескочу, со словами тоже человека, который занимается проектированием разных этих аппликаций и вообще проектированием для Google этого транслатора, и он говорит так, что до сих пор искусственная интеллигенция все равно является чем-то на уровне ребенка, которому 3 года. И это оптимистический вариант, мне так кажется, да? Спасибо.